оставаясь в этом сознании, не выходя из него. And chant for a few hours. То есть читайте, воспевайте несколько часов. Every day. Каждый день. It will be difficult. Это будет очень сложно. Because your mind will scream. Потому что ум будет кричать. Oh, let me go. Отпусти меня. I don't like it. Мне не нравится. I want to do something else. Я что-то хочу, чем-то другим хочу заняться. I want to do some karma. Хочу заняться какой-то кармой. Oh, jnana, yoga, anything, but I don't want to surrender to Krishna's name. Я не хочу предаваться имени Кришне. Because if you will hear deeply the name of Krishna, Maya, the influence of illusion, will be completely destroyed and all bodily conception will be eradicated forever. Если вы будете очень глубоко слушать, внимательно и глубоко слушать имя Кришны, то майя отступит далеко, то есть и вся концепция отождествления себя с телом полностью растворится. So the contaminated mind, which is a very dedicated servant of Maya Devi. И поскольку ум очень предан служению Майя Деви, does not want to let you chant. Он не хочет позволить вам продолжать воспевать. Or you can chant. But while chanting, you have to think about some material things. Но и даже когда вы будете воспевать, например, то есть вы будете продолжать думать о каких-то материальных вещах. Then this becomes namaparad. И это переходит в категорию namaparad. So Maya will let you chant namaparad because this is there's no danger. Майя позволит таким образом вам воспевать namaparad, то есть это ее функция будет. So we have to be very careful that every day we chant very peacefully and with determination and with concentration and complete surrender. То есть таким образом мы должны каждый день зафиксировать свою садхану, то есть чтобы с полной решимостью, в спокойном состоянии ума и умиротворенностью продолжать как бы вот воспевать в таком настроении. If your mind is restless and wandering here and there. Если ваш ум беспокойный и ходит туда-сюда. Don't worry. Не беспокойтесь ни о чем. Just get into the habit of sitting in one place and chanting for a long time without moving. Просто возьмите себе в привычку сидеть на одном месте и никуда не ходить на протяжении там 1-2 часов. You can start with 1 hour and then slowly increase 2 hours, 3 hours. Начните с 1 часа, потом 2 часа, 3 часа и так далее. Only by cultivating this habit, after some time you will be successful. Просто сама привычка, то есть культивирование вот этой привычки, то есть через некоторое время вам удастся достичь успеха. So the important thing is not to chant in a fruitive mood. Но самое главное, то есть не воспевать в таком состоянии, когда вы хотите получить какой-то плод от этого. In other words, don't be expecting very quick results in the beginning. Другими словами, не ожидайте очень быстрого результата в начале. Be very patient. Будьте очень терпеливы. Because Chaitanya Mahaprabhu said, "Oh, this name is like a seed." Чайтанья Махапрабху сказал, что это имя подобно семени. You have to water every day. Вы должны его поливать каждый день. And wait. И ждать. And then you see, like a miracle, after some time, it will sprout and grow up to Goloka Vrindavan. И вы увидите, как однажды это семя прорастет, то есть и оно даст ну вот свою как бы такую как лиану побег такой, то есть и оно дорастет до Голоки Вриндавана. So have very strong faith in this process of chanting. Имейте очень сильную веру в этот процесс воспевания. Chaitanya Mahaprabhu said, Prabhu kahi kahi lama ei maha mantra, hiya japa giya sabe kare nirbanda. You should chant japa of the holy name every day, a fixed number of rounds. Махапрабху произнес стих, в котором указывается этот нирбанха, то есть указание на определенное количество кругов. И в интерпретации читания Махапрабху это не меньше 64 кругов. Я войтей сарва сиди хои бей саба савакшана бол ити видина хия. By this you will get all siddhi, all perfection will come. И благодаря вот такому воспеванию вы получите все совершенство, все сиддхи придут. Махапрабху said савакшана бол ити. Chant all the time. И воспевайте постоянно. This is the only rule. Это единственное правило, нет никаких других правил. So try, come every day and chant together. Старайтесь приходить вместе, воспевать каждый день вместе. To develop a good habit. Чтобы развить вот эту хорошую привычку. One problem is that devotees develop bad habits in chanting. Проблема в том, что во время воспевания преданные развивают плохие привычки. And they have a sanskar, a mental impression of the disrespect to the name. И в результате этого у них образуются плохие самскары, то есть такое неуважительное, непочтительное отношение к воспеванию. Because they see many devotees. Потому что они видят других преданных, то есть я вижу других преданных. Devotees are
chanting, reading, talking, читают и, то есть, воспевают и при этом разговаривают, что-то читают, walking around here and there, ходят туда-сюда, looking out the window, смотрят, что там в окне там творится. And then you think, this is normal. Они считают, что это нормально. This is not normal. Это на самом деле не нормально. In the Vaishnava association. Вайшнавское общение это не нормально. This is normal in materialistic association. Это нормально, когда человек общается на материальном каком-то плане, уровне, это нормально, да. In Vaishnava association, normal means complete surrender to Nam. В вайшнавском понимании нормально это полностью сидеть, полностью как статуя, погрузившись в воспевание святого имени. All senses switched off. Все чувства выключаются. Eyes off, nose off, глаза mouth включаются, ухи, everything. Кожа, обоняние. Only the ears of your soul. Только уши вашей души. The ears of the soul are trying to hear the sound of Krishna's name because his name is Krishna himself. Уши вашей души пытаются услышать имя Кришны, потому что это имя не отлично от самого Кришны. Search out the beautiful form of Krishna in the name. Постарайтесь найти в этом звуке красоту Кришны. You will not find it in this physical world or in your material mind. На физическом уровне и вашем материальном уме вы это не обнаружите. But in the name, the form of Krishna is there, his qualities, his all associates, Radharani, and Lalita, and Vishakha, and Madhya Yashoda, everyone is there. Но в самом имени скрыто вот его образ, его качество, и все его спутники, и их Мама Яшода. Whole Vrindavan is there, Giriraj, Govardhan, and Yamuna. Весь Вриндаван находится в этом святом имени, Ямуна, Гирирадж, Говардхан. And your own spiritual form will be there. И также you ваше, will find it there. И вы там же найдете свое собственное духовное тело. So get into the very good habit of chanting every day, like following pure Vaishnavas. То есть старайтесь вот возьмите себе такую привычку и правило воспевать вот таким образом, то есть это будет настоящий подлинный вайшнавизм. You can, has it been offered yet? It's offering now, it's maybe just 1-2 minutes. Okay, so Krishna is taking now. Take prasadam at 9 o'clock. Please come back and we'll have kirtan and class. Yeah.